Всем здравствуйте! Сегодня тема нашего видео будет касаться нижнего белья. И сегодня я хочу рассказать о комплекте, который я приобрела в магазине Ната Мода. Ссылочку на магазин обязательно оставим в описании. Что я хочу сказать о нижнем белье? Я думаю, что многие женщины сталкиваются с тем, что выбор нижнего белья, особенно если это не маленький размер, эта тема очень-очень сложная. И подбирая нижнее белье, мы можем, конечно, пойти там на рынок, мы можем пойти в магазин, но там представлено, вот белье, выбор маленький. Интернет-магазин, там представлено намного больше выбор. Вот этот комплект, почему я рассказываю, делюсь, я когда-то уже видео у нас было, я в этом магазине приобрела, меня очень приятно удивил подход, да, ко мне, который был, и поэтому я заказала еще в этом магазине. Если взять этот данный комплект, вот он изготовлен в Латвии. Ну, пойти у нас в магазине, найти подобный комплект будет очень сложно. Во-первых, мне понравился очень цвет. Мне понравился цветочный принт. Поэтому подбирать, конечно, в интернет-магазине, с одной стороны, вроде бы сложнее, без примерки, но с другой стороны, намного больше идет количество комплектов, которые мы можем с вами рассмотреть. Конкретно по этому магазину хочется сказать им огромное спасибо, что они так тщательно подбирают именно под индивидуальную фигуру, потому что задавались мне опять вопросы, опять снимались мерки, то есть рассматривалась и высота бедра, насколько я хочу взять выше, ниже, потому что можно было немножечко вот здесь взять и пошире трусики, и поуже трусики. Задавались вопросы по поводу обхватов груди, обхватов под грудью, о расположении грудных желез, как они, насколько близко они расположены, то есть как бы у каждого человека своя анатомическая особенность. И вот исходя из всех вопросов, ответов, мы остановились именно на этом комплекте, и я одевала его, примеряла, очень удобно, то есть все на своих местах. Поэтому если вы тоже в поисках, в преддверии новогодних праздников комплектов, то можете смело обращаться в этот магазин, потому что вам действительно подберут, посоветуют, и тот комплект, который вы получите, он будет на вас хорошо сидеть. Это очень важно. Комплект очень-очень нежный. Нежный, я имею в виду, вот от прикосновения здесь настолько тоненькая, вот здесь вот тоненький трикотажик. Тонюсенький. Смотрите, как он тянется. Видите, растяжимость просто исключительная. Давайте посмотрим. Вот так вот он выглядит сзади. И вот так вот он выглядит спереди. Кому интересно, задавайте вопросы, пишите. Я думаю, что тема нижнего белья всегда будет интересна женщинам. Сумочки, белье, платьишко, все это всегда-всегда нам будет интересно. На этом всем спасибо, кто был с нами. Еще раз повторюсь, что ссылочку на магазин мы оставили в описании. Всем удачи, всем пока!